А вот ночь над Перроном идет на убыль, кружают медики под песни уголь, кружают лирики, кружают физики, трава и сада, света и линии, состав с арбузами пришел из Астрахани. Его встречаю чудеса страны. Студенты-грузчики, такие страшные, летают в воздухе, арбузы страшные, и с уважением глядит милиция и на Медитовца, и на Медитовца. Ярким представителем шестидесятников назвал президент России Евгения Евтушенко. Его знаменитая «Поэт в России больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться, лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, кому уюта нет, покоя нет». Это одно из тех откровений, которые помогают понять российскую жизнь. На выступление Евтушенко в Политехническом музее собиралось все московское студенчество. Он неунывающий чудак, носит яркие гавайские рубашки и пестрые рубища. Но все это уже принадлежит вечности. Евтушенко был жизнелюбым, оптимистом, очень любил людей. Интересных в мире нет, их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг, есть в мире этом самый страшный час. Это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег. Не первый поцелуй, не первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знаем в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей? И про отца родного своего? Мы знаем все, не знаем ничего. Уходят люди. Их не возродить, их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать.